Давай так поступим. Поскольку встреча очень неожиданная, да я еще 4 часа болтался в воздухе сегодня, я не был готов к этой встрече. Если бы я знал, я бы, конечно, как-нибудь все вам предложил по-другому. Но тем не менее, давайте проведем такой вечер, как сказать, вопросы и ответы. Я вам все расскажу. Что хотите, спрашивайте, не стесняйтесь, я вам расскажу все. Время не ограничено, сколько надо, столько надо, потому что у меня завтра до 9 утра время достаточно. У кого какие вопросы, давайте, задавайте. Сколько раз вы были в Бресте? Сколько раз что? В Бресте когда? Второй раз в жизни. Первый раз в Бресте я был лет 30 тому назад. И в крепости был, это было очень давно. Потом, может, кого удивит, но вообще говоря, я наполовину белорус. Вся моя родня по папиной линии отсюда. Так что... Давай вот чего. Я хотел бы сразу ограничить нашу беседу. Я отвечу на один вопрос, который интересует не только Беларусь, а вообще весь мир всегда интересует, где бы я ни был. В Америке меня тоже спрашивали. Давайте я сразу отвечу на этот вопрос, и вы мне больше по этому поводу никаких вопросов задавать не будете. Я сейчас озвучу тот вопрос, который вас волнует. И вы, естественно, дадите мне должное, что я говорю истину и правду. Всех интересует что? Сектор как? Приз. Вас интересует, куда девается вся жратва на этой передаче? Да, 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 да. Это очень любопытный вообще феномен. Вот уже 28 лет, сразу по окончанию съемок, а съемки у нас один раз в месяц, суббота-воскресенье. Снимается 4 или 5 программ на следующий месяц, потому что их надо монтировать. Запись продолжается приблизительно 2,5, иногда, никогда, я не знаю хронометраж, поскольку я никогда не встречаюсь с игроками до, понятия не имею, что они будут делать, никаких сценариев никогда не было, абсолютно от себя дело всегда. Вот, значит, мы, по-моему, если я не ошибаюсь, осталось 2 или 3 или 4 всего программы телевизионные, где не статисты, а настоящие зрители по билетам приходят в зал. У нас билеты пригласительные, все бесплатные. Мы обычно печатаем 150 билетов. За 28 лет, господи боже, какая цифра, я в жизни не видел, чтобы в студии было 150 человек. Режим меж тем дикий, очень жесткий режим у Останкина. Ну, как сказать, 400, 500. Вот в это воскресенье было 720 человек в студии. Причем все с билетами. Как это происходит, я никогда не знаю. Но они все с билетами. И мы каждый раз, я выхожу, и перед началом объясняю, что будет происходить зрителям, чтобы они не торчали столбиками. И сразу их всех предупреждаю, и вам могу об этом рассказать, что сразу после окончания съемок на выходе из студии накрываются столы. И туда выставляется все, что приносят с собой игроки. Такой порядок у нас. Раньше, очень много лет назад, мы с Владом хотели что-нибудь вкусненькое детям отдать, но СЭС запретила, и правильно. Потому что никто не знает, как это готовили и что везли. Поэтому, как только я прощаюсь и говорю там свои слова, крайние какие-то могу, у меня одна задача – успеть выскочить из студии. Поскольку все с трибун мгновенно бросается к столам, и начинается смертоубийство. Съедается все, вообще все, включая стеневолевые крышечки, выпивается все, что... Я никогда не думал, что люди могут с такой скоростью поглощать напитки. Мы только орем, там администрация орет, ребята, пустите детей, не подойдут. Ой, в общем, сумасшедший. Все, съедается абсолютно все, не достается нам ничего. Поэтому иногда на передаче я ухитряюсь хоть что-нибудь поесть. Вот. Так, все. Это информация для начала. Теперь давайте дальше. Ну, кого что? А в музее у вас там... Музей есть. Я там не был ни разу. Это правда. Какие-то люди, которые понимают в музейном деле, они приходят, отбирают для музея все, что есть такое там. Музей народного творчества. Там огромное количество экспонатов. Часть, к сожалению, пропадает, потому что они осыпаются. Поддерживать их в хорошем состоянии нет никакой возможности. Да и штат такого нет. Но музей есть.
Он в Останкино. Раньше он был на ВДНХ, целый павильон занимал. Но после реконструкции нас выперли оттуда. И теперь это все в Останкино, целый этаж занимает. Все. Дальше. А со скольки лет вы знаменитый? Чего? Со скольки лет вы стали знаменитым? Со скольких лет я стал знаменитым? Да. Да буквально как родился. Знаменитым. Это ошибка. Это называется, это даже не популярность, это называется узнаваемость. 28 лет мелькать на экране, конечно, я все знаю. Так что... Почему вы Белоруссия? Нет, я вам скажу. Да, понятно. Во-первых, не бесплатно. Кто вам скажет, что это бесплатно? Во-первых, я летаю. И это вполне достаточная компенсация того, что может происходить в любой стране. Это не имеет значения где. Где бы я ни был в мире, и куда бы я ни приезжал на гастроли, у меня нет вот это то, что называется красивым английским словом райдер, у меня этого нет. Это мне ничего не интересно. Единственная одна задача, и все это знают. Узнать, есть ли в городе аэроклуб. Поэтому я утром летаю, вечером выступаю. Дело в том, что 13 лет назад я придумал одну кому-нибудь хорошую штуку. И мы вот в этот раз, уже сколько, 5 лет назад, был большой авиационный праздник, который проходил в потрясающем совершенно аэроклубе, равного которым я, пожалуй, да не видел больше нигде. Минский аэроклуб, а здесь его директор Николай Петрович Мачанский. Здесь вот он. Вот. Феноменальный аэроклуб. Я хочу вам сказать, что если бы я был большим начальником, я бы повелел отвозить туда детей. Клуб открыт по субботам и воскресеньям. Авиационная техника в потрясающем состоянии, там, по-моему, экспонатов, наверное, 100, да? Почти 100 экспонатов. Для детей открыто все, пусть они лазят себе в кабине, где угодно, трогают ручки, потом они уходят, все восстанавливается, потрясающий музей. И я рассказал Николаю Петровичу, что я вот 13 лет назад, и 13 лет это проповедую, придумал хорошую программу, как мне показалось. Берется вертолет, неважно какой. Ну, я сертифицирован, я выпускался с Ми-2, но я могу поднять воздух там вторым пилотом Ми-8. Второй вопрос, чего? Красится гуашью, ракалом, чем угодно, в голубой цвет. Потом я беру 500 эскимо и фильм. И в детский дом. Все, прилетит друг волшебник. Дети сатанеют от счастья. У меня удовольствие двойное. Замечательно. Я летаю, все довольны, фильм идет. Вот мне... На празднике авиационном 5 лет назад что-то подобное рассказали вашему президенту. И он удивился до крайности и сказал, будете делать? Мы сказали, да, с Николаем Петровичем, и свято это проповедуем. Теперь плюс ко всему прочему, мы начали снимать фильм, двухсерийный документальный фильм о ночных ведьмах. О женщинах того самого 46-го авиационного полка, которые летали на По-2, во время войны, и месяца полтора базировали здесь, в Белоруссии, кстати, в Брестской области. Совершенно феноменальные девочки, ничего подобного я не видел никогда в жизни. И первый раз, когда я подошел к самолету По-2, у меня перехватило дыхание, я чуть не заплакал. Это, конечно, потрясение подобное. Я вот только что в кабине рассказывал, что я не представляю, как эти девочки управляли этой машинкой. Ну, это просто тяжелая мужская работа. Просто тяжелая мужская работа. Достаточно сказать, что 15 боевых вылетов в ночь. На секунду, если представить, даже если бы не было войны, даже если бы не падали сверху истребители, кстати, тоже интересное занятие. Единственное, что я спасал, это скорость. Самолетик По-2 летает со скоростью 80 км в час. Мессеры вообще ничего с ним сделать не могли. У них скорость за 400. Значит, был такой самолет у немцев Марава, который еще каким-то образом мог что-то делать с По-2, но его заметить невозможно.
Он такой почти бесшумный, низко над лесом, почти бреет верхушки деревьев. И это все время проскакивает к ним. У него кончается топливо, он улетает, чертыхаясь. Но они летали. Мало того, что они вывозили раненых, у них еще на коленках бомбочки были при случае. И я не понимаю, как это происходит. А зимой в открытых кабинах, ребята, ну просто. И мы нашли одну женщину. Одна была здесь, штурман полка Марины Росковой. Такая Галина Брок. Николай Петрович просто пригласил ее. Она была здесь, когда открывался самый большой в Белоруссии храм. Ей 93 года. Полная грудь орденов. Абсолютно светлые мозги. Она говорит бесконечно. Она рассказывает, как они, что они. Она была штурманом на бомбардировщике Пе-2. Великолепная женщина. Вот о таких тетечках, о таких девочках мы снимаем фильм. Будем снимать фильм. Часть фильма, естественно, Россия, Кавказ, Чечня, Грузия, ну и, естественно, Белоруссия. Вот, собственно говоря, вся идея. Больше ничего. Что? Давайте как-то это. Вы же хотите что-то знать, а вы опять вам что-то хочешь. Я как родился. А что вас заставило Чего я? Что вас заставило прилететь в Брест? Нормальная история. Ты выходил, что ли? Полчаса рассказываю об этом. Он же говорил. Да. Да сидите вы, ради бога. Сиди. Самый необычный подарок? Ну, это немыслимо передать словами, потому что я потерял ощущение подарка. Вы что стоите, голубка моя? А же просто микрофончик передали. Можно вопрос? А, конечно, я сейчас слышу, я не глухой. Садись. Вы что хотели? Сейчас я это скажу. Чего? Они принесли микрофон. Отдай ей микрофон, пусть она сядет куда-нибудь. А как же? А, вы хотите спросить что-то? Да. Отдай микрофон. Посиди, подожди секундочку. Хорошо. Теперь я забыл, что вы спросили. А, да. Значит, ну как сказать, за 28 лет, к счастью, я не боюсь быть смешным. И я прекрасно понимаю ощущения людей, которые приходят на передачу, потому что, вообще говоря, ну, это нелегкое занятие, как мне кажется. И мне достаточно сил, чтобы убедить зрителей. Я выхожу не к игрокам. Я выхожу к зрителям и в течение 10 минут пытаюсь их убедить, что они не зрители, а что они родные и близкие люди, те, кто будет стоять за этими тумбочками, и все вместе, чтобы они должны болеть за них против ни одного. Тогда, может быть, что-нибудь получится. Потому что зажим ужасный, выходить очень трудно. Тем не менее, поскольку такая обстановка раскованная, очень жалко, что вы этого не видите, потому что хохот такой стоит там иногда. Три часа, но все вырезается, в эфире всего минута, час. Но тем не менее, значит, по поводу подарков. Ну, начиная от бабушкиных трусов и унитаза, мне дарили все. Я не знаю, что мне не дарили. Ну, из смешного я не могу вспомнить ничего. Кстати, ну, это не тайна. Наверное, об этом писали. Конечно, часть подарков я отдаю обратно. Есть вещи, которые хранятся в музее более чудес не могут. Дарят иконы. Я принимаю, это видят все телезрители. Я сразу говорю, что, ребята, мы это передадим в храм. Ну, что это? Икона не может храниться, а священная икона хранится в храме. В музее более чудес не может. Вот подарки, которые там кто-то говорит, у меня это много лет лежало дома, там папа, бабушкина кружка, там, не знаю, платок. Все отдается обратно, потому что, ну, я понимаю посыл, но тем не менее. Самый дорогой подарок, который я помню из этой серии, это, по-моему, было очень много лет тому назад, не помню когда, 9 мая я собрал героев Советского Союза. И один мужик такой, генерал, подарил мне вдруг неожиданно портсигар, пробитый пулей, который спас ему жизнь. Это непридуманная история. Он лежал у него в кармане, это, правда, рикошетировал, там еще такая налепка на этом портсигаре, на металлическом, там такая еще вензель какой-то. Ушла пуля, видно, вмятина, ушла, ребро ему пробило. И он принес это в музей «Поле чудес». Ну, как вы понимаете. Конечно, я это отдам, но я запомнил это надолго.
кстати, с этим же дядькой был, конечно, гомерический. Там вообще то, что происходит, это любой актер вам скажет, что на сцене сцена это вообще какая-то странная штука. Объяснить, что это такое, невозможно. Ну, известно, вы читали или слышали, что балерины там с трещиной на ноге дотанцовывали партию до конца. Зубы проходят. И у меня это было. Мне вырвали два зуба, и я приехал отменять программу, но меня вытолкнули, потому что отменить нельзя, очень дорогая студия. Вот с момента, как я вышел в студию до конца, я не чувствовал вообще ничего. Потом мне все это разнесло вот так. Вот. А с этим дядькой, значит, по поводу того, что там происходит. Ну, конечно, все это вырезается, естественно. Ну вот, 9 мая он мне это отдал, я ему вернул обратно, сразу. Ну и он говорит, что, Аркадьевич, давай помянем тех, кто не дошел. Я говорю, гуд, давай. На мое крайнее удивление, он приволок с собой две канистры. Это вынесли помощники канистры, раздали кружки по всему залу, налили там по стопочке, 50 грамм. Высокий дядька такой. А рядом с ним еще стоит тоже герой Советского Союза, бывший разведчик Татарин такой, невысокого росточка. И он говорит, ну, Аркадьевич, мы-то с тобой нормальные люди. Два стакана. Ну, давай. Ну, давай. Я как хапнул, а это спирт. У меня, конечно, глаза на лоб. А этот Татарин говорит, Аркадьевич, на, запей. Я запил, а там водка. А это первая тройка. Чего нормально до конца, в анабиозе в полном зал. Кстати, ну я каждый раз, поскольку я с вами впервые встречаюсь, это было в интернете уже много, я рассказывал об этом. Вот пример того, насколько мне жалко, что вырезается то, что видят зрители в студии и совсем никогда не видят телезрителя. Потому что монтаж имеет свои плюсы и свои минусы. Ну, во-первых, время. Во-вторых, монтаж – это выжимка. В монтаже можно вырезать то, чего, ну как, не всегда хорошо в зале, но не всегда хорошо на экране и так далее. Но вместе с этим огромным, вместе с водой выплескивается ребенок. Там столько очаровательных моментов. Ну вот, к примеру, могу рассказать, я это рассказываю, повторяю, каждый раз, просто по случаю, когда вот такие встречи, на концертах не расскажешь, наверное, лет 20 тому назад, когда еще у нас были детские игры, вот была такая детская игра. Началась она нормально, я всех представил, меж тем, по какому наитию, я не знаю, когда происходит шестое чувство, я обратил внимание на одного пацана, такой парень, лет, наверное, 7. Вот такая башка. Но он мужик. Это очень трудно в это поверить. Я маленький такой мужичок. Он еще откуда-то из-под Иркутска, что сейчас я не помню. То, что он сразу сказал, мгновенно определило мое к нему отношение. Значит, крутится барабан, я спрашиваю, откуда, вдруг он мне говорит, вы мне вопросов не задавайте, вы мне думать мешаете. А звали его Филипп, отчество я не помню. Все-таки Филипп Андреевич, по-моему. Я говорю, хорошо, Филипп Андреевич, о чем разговор? И как-то я его не трогаю, но держу в поле зрения. Как-то так случилось, он здесь выиграл, что-то он финал вдруг выиграл, и вот он уже победитель, и вот он стоит. Причем такой то его не улыба. Он такой, ну, мужик, ну, короче говоря. Я говорю, что, Филипп Андреевич, вы тут столько навыигрывали, ну, поскольку игра детская, в преддверии какого-то праздника, сейчас не помню, ну, может быть, да. Давайте сделаем так, я вам отдам все, что у нас есть, а вы за это сыграете с нами в суперигру. Молчит. Я говорю, Филипп Андреевич, ну, тащите сюда всех. Значит, вот тут тупочка, тут барабан, он стоит вот здесь, за ним гора. Подарки какие-то, здесь же стоит велосипед, какой-то мопед. Тут телевизор, в общем, неизвестно что. И прямо перед ним утюг. Я говорю, Филипп Андреевич, вы согласны сыграть суперк? Он говорит, а что это? Я говорю, вы что, не видели этой программы по телевизору? Он говорит, не видел я занят.
Я говорю, вы же в школу еще не ходите? Не хожу. А чем же вы заняты? Я отцу помогаю. Я говорю, чем? Навоз я вожу. Ага, хорошо. Ну хорошо, давайте, значит, я вам объясню. Вот если вы выиграете суперигру, у вас достанется это, и останется это все. А если вы проиграете, тогда, значит... Он говорит, а, значит, если я играть не буду, я могу выбрать, что хочу. Я говорю, выбирайте. Он говорит, утюг дайте. Я говорю, Филипп Андреевич, зачем вам утюг? Вдруг он говорит, матери отдам. У него, наверное, склейка в голове. Какая красивая история. Парень, у которого здесь, может быть, выбрал утюг, чтобы матери отдать. Я думаю, как смонтируется передача, как она мгновенно красиво. Причем я паштет откручу, а он фразу-то продолжает. Фраза звучит так. Филипп Андреевич, а зачем вам утюг? Матери отдам. Пусть гладит, все равно ни черта не делает. Но это не важно. Я думаю, ну и хорошо. Я все равно финал, что он сказал, отрежу и по матери отдам. Ладно, ну так что, буду играть. Я говорю, ну хорошо, вращайте барабан. Знаешь, он стадонул барабан, мне все стрелки улетели. Значит, барабан крутится, он стоит на супе такой. На нем такой микрофончик. Его слышно так, как будто даже если бы он говорил шепотом. Стоит, молчит. И как часто бывает, может быть, вы с этим встречались когда-нибудь, по какой-то загадочной причине вдруг все стихает, а там человек 400 в зале, вдруг все начинает медленно стихать, и так же медленно начинает сгущаться атмосфера в студии. Крутится барабан, этот стоит, пыхтит, и это какая-то прямо липкая атмосфера, тишина гробовая повисла в зале. И я не могу это объяснить, это вообще необъяснимо. И в этой абсолютной тишине... Вдруг он не столько как бы сказал, он так подумал вслух, очень тяжело по-мужски положив слова. Барабан крутится. Он стоит, вдруг он говорит, утюг бы не просрать. Ну, с хребом попадали все, я губу пропустил. Ну, естественно, понимаете, если бы я жил на американском телевидении, я, конечно, доставил. Но ему в школу идти, вот это вырезается. Вырезается все то, что ставит игроков в некорректное положение. Забавное, да. В студии творилось такое, причем я никогда не мог понять, что это значит. На самом деле, ну, я много раз об этом говорил, уже об этом писали много раз. По статистике, то, что происходит в этой студии, может быть, других то же самое, я не знаю. Но как я готов немедленно поспорить, я говорю об этом каждый раз, на ящик коньяка, вот прямо здесь и сейчас, с тем, кто видел и неоднократно то, о чем я сейчас скажу. Но это необъяснимо. За 28 лет, по-моему, 9 или 11 раз, а согласитесь, это очень много. Прямо во время записи с мужиков падали брюки. Причем я всегда задавал себе вопрос, на чем они держались до этого. Но я не понимаю, как. Ой, извините. Почему-то, ну это было раз пять, наверное, сейчас, к сожалению. Ах, дураки, какое потеряли. Какую страну потеряли. Почему-то летом. И почему-то с Украины. Вот такая глаза, такая грудь, такая. Аркадич, как я рада! Конечно, все это, ну, конечно, надо резать, ну, чего. Так что, нет, ну, это мне самому иногда, хотя за 28 лет, конечно, повесится на крючке, но иногда мне даже самому как любопытно, странно, я смотрю, то я сам не понимаю, почему в этой студии себя ведут так, как нигде. Ну, вот так, как-то уж так происходит. Ну, ладно, хорошо, давайте о чем-нибудь другом. Сколько длится 28 лет? В студии, я же еще раз говорю, бывает 1:40, бывает 2:30, бывает 3. Необъяснимо. Я на самом деле не знаю, что с людьми там происходит. Они начинают петь, танцевать, читать стихи неожиданные, которых они не писали никогда. Ну, в общем,